Всем привет, дорогие друзья! Очередное видео на моем канале, и сегодня разберем гемный проект Амулет. Давайте я расскажу вам о нем немножко поподробнее. На главной странице сайта нас встречает заголовок: простое и надежное покрытие для всех Web3, максимальная защита и доходность, полностью защищенная с помощью андеррайтинга, контролируемого протоколом. И сейчас немножко расскажу побольше про этот проект. Амулет протокол – это децентрализованный протокол защиты от рисков, созданный для экосистем на основе Rust. Начиная с блокчейна Solana, Амулет разработал инновационную открытую модель защиты от рисков, которая не только эффективно решает общие проблемы существующих децентрализованных RPP, но и создает новый сдвиг парадигмы для всего сектора защиты от рисков. Цель Амулет – это предложить простое и надежное покрытие для всех пользователей Web3. С добавлением Амулет пользователи всей экосистемы на основе Rust получат доступ к новому способу хеджирования различных рисков с помощью предложений и продуктов покрытия. Вот как-то так звучит данная идея проекта. Давайте рассмотрим их сайт поподробнее, да? Посмотрим, какие функции есть у данного проекта. Первое – это покрытие. Только 2% цифровых активов нашей отрасли защищены. Амулет протокол предлагает дополнительную защиту ваших цифровых активов с помощью множества решений, включая уязвимость смарт-контрактов, депривязку стейблкоина и варианты покрытия NFT. Ставка. Легко и спокойно делайте ставку на Амулет протокол. Амулет протокол имеет 3 уровня защиты между претензиями и активами. Делать ставки легко и, что более важно, с высочайшим уровнем безопасности. Earn – зарабатывать. Амулет протокол построен на передовых технологиях. Наше гибридное управление претензиями будет полностью автоматизировано в таких ситуациях, как триггер депривязки стабильной монеты, ведущей к выплатам. Амулет протокол также управляет выплатами по претензиям через свою модель DAO. Здесь мы можем увидеть инвесторов данного проекта. У них много инвесторов. Собрали они много денежки. И вот такие известные ребята здесь присутствуют. Наверняка многих из них вы знаете. Можем увидеть партнеров, их тоже очень все известные ребята. Проект очень крутой. Здесь мы можем посмотреть блог данного проекта, почитать какие-то статьи, узнать о нем поподробнее. И давайте перейдем в такой раздел, еще посмотрим ответы на часто задаваемые вопросы. Что такое амулет, мы уже разобрали. Ну давайте посмотрим еще раз. Амулет – это децентрализованный протокол защиты от рисков для экосистемы на основе Rust, изначально развернутый на Solana. Что такое децентрализованный протокол защиты от рисков? Децентрализованные протоколы защиты от рисков обеспечивают финансовую безопасность для всех пользователей, взаимодействующих финансовыми продуктами Web3. Как правило, они охватывают риск смарт-контракта, риск депривязки стейблкоина, риск сокращения, сбоя оракула, экономические эксплойты и так далее. Риск использования смарт-контрактов особенно значителен, поскольку в 2021 году из-за взлома смарт-контрактов было потеряно более 3 миллиардов долларов. Предлагая защиту от этих более общие типы риска DeFi, а также предложения, связанные с NFT и метавселенной, пользователи и разработчики могут наслаждаться более безопасным Web3 через Амулет. Почему Амулет построен на Solana? DeFi переживает экспоненциальный рост с лета 2020 года с притоком капитала в сотни миллиардов долларов и появлением многомиллиардных протоколов всего за 2 с небольшим года. На этой волне взрывного роста быстро растет спрос на хеджирование рисков. Публичные сети на основе Rust быстро развивались, и в частности Solana возглавила их рост. Согласно исследованию Амулет, Total Value на Solana рос в 5 раз быстрее, чем на Ethereum, и ожидается, что этот рост продолжится, учитывая отличительные преимущества Solana, связанные с более низкой стоимостью и более высокой пропускной способностью. На данный момент решений по управлению рисками по-прежнему относительно мало, или они отсутствуют в Solana и экосистеме на основе Rust. В целом, что представляет Амулет невероятную уникальную рыночную возможность. Амулет ожидает большого спроса на свои страховые продукты и другие решения по управлению рисками наряду с продолжающимся ростом и внедрением Solana. В чем уникальность Амулет? Существующие протоколы защиты от рисков DeFi полагаются на внешних
андеррайтеров для предоставления капитала, для выплат по претензиям и покрытия мощностей, что создает уникальные сложные проблемы с устойчивостью бизнеса. Амулет создает первый в индустрии защиты от рисков подход к андеррайтингу, контролируемому протоколом PCU. Это существенное изменение по сравнению с действующей моделью аренды андеррайтингового капитала. И разберем, что такое PCU. Амулет стремится создавать резервы, которые контролируются протоколом PCU, а не арендовать капитал у стейкера в качестве основного источника андеррайтинга. Амулет считает, что у этой новой модели есть потенциал для устойчивого масштабирования. И какие риски покрывает амулет? Эксплойты смарт-контрактов, отмена привязки стейблкоина, слэшинг и многое другое. NFT, метавселенные и защита кошелька в настоящее время находятся в разработке. Вкратце как-то так. Это первое видео о данном проекте. Буду записывать еще. Подписывайтесь на мой канал. Расскажу вам много нового об этом проекте. Также у них есть амбассадорская программа. Но об этом в следующих роликах. Всем спасибо за внимание и до скорого.